Перед 1 сентября в Химках продолжают проверять состояние учебных заведений. Александр Длинов, председатель Совета депутатов Химок, посетил школу номер 26, чтобы убедиться в ее соответствии стандартам. Комиссия осмотрела учебные кабинеты, спортивные залы, здесь их целых 2, медицинский пункт и столовую. На встречу с депутатом пришли и родители учеников. Мы, как депутатский корпус, встречаемся с жителями. Нас интересует, какие замечания у жителей, какие есть пожелания у жителей с точки зрения организации внутреннего учебного процесса. Я имею в виду питание, здравоохранение, территория, свободное время, досуг. И как бы вот эти вопросы как раз мы занимаемся. Потому что есть вопросы, которые можно решать с родительским комитетом, да, с руководством школы. Есть вопросы, которые так не решить. Надо смотреть финансирование из бюджета городского округа на какие-то проблемы. Представители родительского комитета рассказали, что школы очень довольны, но вот дорога к ней у многих детей лежит через необорудованные светофорами перекрестки. Пути решения проблемы будут обсуждать. Один из вариантов – установка лежачих полицейских. Всего в Химках 32 образовательные школы. До конца августа проверят каждую. Главные критерии соответствия стандартам – огороженная территория, пункт охраны, тревожная кнопка аварийного оповещения и наличие современного медпункта.